Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Композитор Игорь Крутой показал в Инстаграм ролик с дня рождения своей тещи. Нине Реутовой исполнилось 85 лет, а праздник отмечали в кругу семьи. Это наша именинница. Кузяка. Деми, знаешь, что Игорь Яковлевич мой зайчик. Все, сдаюсь. Как у меня старшенький. Кто-то звонит тебе. Ой, она такой, какой торт. Ой-ой-ой. О, какая красота. Ой, Jesus. Кто тебе сегодня отвозил в садик? Я. Ты должна с дедой выучить одну песню. Чтобы поздравить бабушку Нину. Бабушка, послушай, я тебя отвозил. Песенку хорошую мою. Бабушка моя, я люблю тебя. Нет лучше друга у меня. Послушай, бабушка моя, я люблю тебя. Нет лучше друга у меня. Родная бабушка моя, я люблю тебя. Нет лучше друга у меня. Послушай, бабушка моя, я люблю тебя. Нет лучше друга у меня. Родная. Солнышко. Мы едем отмечать бабушке день рождения. Да. Бабушка? 85 лет. Не моей. Сашиной. 85 лет, наверное. Да. А сзади нас едет вся гоп-компания. Мадам? Не может быть. Привет, моя дорогая. Красивая ляля. Идем. Поздравляю с днем рождения. Я обожаю с тобой комнату рядом в Нью-Йорке иметь, потому что я ночью слышу, как ты молишься за меня. Да. Люблю. И за всех. На празднование собралась вся семья, Ольга Крутая, жена Игоря, и две дочери Александра и Виктория. В подписи к ролику Крутой рассказал, как познакомился с будущей тещей. Узнав о том, что он встречается с Ольгой, она приехала к нему в Москву из Санкт-Петербурга. Встретившись со мной, не моргая, жестко глядя в мои скромные ясные очи, строго спросила, насколько серьезны мои планы на будущую совместную жизнь с Олей и кому я посвятил песню «Я люблю тебя до слез». Мой ответ, что песня посвящена ее дочери, удовлетворил и успокоил Нину Николаевну, пишет Крутой. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.